Но, чубаряк. Всем привет, ребята! Вы на канале Таежный Гость. У нас утренняя проверка и сборы. Начинаем собирать железы, потому что сегодня будем ехать домой. Погода опять немножко нас... Погода у нас опять немножко плохая, потому что как будто бы моросит, то есть мелкий дождь и везде наледь. И, в общем, не очень приятно и удобно. То есть вот, вот такой мелкий дождь, как будто бы, и он весь замерзает, обледеневает. Но мы не боимся, сейчас собираем и потихоньку начинаем спускаться домой. Что же, ребят, у нас работает? Чего сразу? Блин, тебе надо было немножко вымотать сразу в леску, чтобы откуда не... Ну, потащить его, чтобы ты мог играть рукой. А то будет так же, как в прошлый раз. Брык и ушел. Ну что же, ребят. Потихоньку ловим. Что-то погода опять портится, сказал бы. За поводок бери, под поводок. Опа. Ну, добрые нам 2 килограмма, а может 2,5 это есть. Вот такая, такой чупарик. Ну что же, Егор начал с кем-то бодаться. Ты богов не взял? Не. А че? А руками? Надо же шанс давать рыбе. Что все как не заходит. Да, нам этого не. Пусти больше. Где-то походу сбоку он его все. Сейчас ныряй. Не будем нырять, нахер надо. Это я вроде вижу. Ну что ты? Как? Ладно, ребят, не буду терять время, потому что там... Не будем терять время, там стоит какая-то мамашка. Взять. Буду собирать потихоньку. Две женцы еще осталось. Две женцы соберу. Потому что здесь, как я понимаю, мы немножко зависли. Бывает 20 минут, а вчера вообще 30 минут. Мы бодались с одной чупой. Она взяла как бы сбоку и не заводилась на этот гунку. Поэтому посмотрите видео. Там все интересно. Все идет? Если смогу, включу. Идет! Да. Опа. Походу завел. Завел лунг. Возьми за глаза. Ну-ка, подними. Вот он, трофейчик. Да, красавчик. Огонь. Вот он, класс. Бомба. Ребята, тут по снегам был забит. Очистил и полная выметка тоже. Не знаю, не смогу, наверное, показать. Все это дело. Потому что не взял. Ну, как-то так попробую. Надеюсь, вы увидите что-то. Опа. Ой, блин.
ничего. А? Полная лумотка. Что-то уже идет. Так, тяжеловато. Не знаю, ребят, плохо оно будет видно, но... Ой, что-то там щелкает, шлепает. Опа! Блин. Что-то, видать, тоже крупненько. Опа! Блин, дергает прям. От души, ребят. Тащишь вот этот. Мамашка, иди. Блядь. Она застряла. Лунка, блин, уже стянула лунку. По краям стянула и... Ну-ка, Васек, сейчас фоткаешь мне? Давай. Ну-ка, давай я меня сперва сними хорошо, красиво. Камеру возьми. Лунку, ребят, стянула уже по краям. Я вытащил его, она застряла, потому что так-то... Бур 130 и прям, там прям выходит все хорошо. Вот она, красотка. Тоже, ребята, опять поклевка. Опять потихоньку тащу. И, блин, опять у меня нет треноги. Сейчас, надеюсь, могу. Опа. Оп. Сам хочешь выйти, надо выходить. Опа. Вот, ребята. Щукарич. Щукарич. Вот так. Вот такая бодрая, хорошая щучка. Пришли, ребята, и размотка идет, видать, недавно попалась. Что, подсекать? Подожди. А сейчас уже вся леска не будет. Да? Ну давай. Подсек. Все идет? Угу. Крупный. Да вроде такая. За что же? Ой, давай его пить. Давай. Что-то какой-то маленький. Крючок, здесь она зацепился. Блин, тут еще и тройник. А, нет, двойник. Что там? Тут жопа. На, держи, попробуй, смотри. Сейчас вот. Тройник или тройник? Тройник. На, снимай. О, отдельное спасибо, посмотри на меня. Отдельное спасибо хотел сказать сестре жены и мужу, соответственно. Подарили вот такой багорчик. Сперва не думал,
Сперва он мне показался немножко, ну так-то он влезает в мой кан и все классно, то есть когда он складывается. Но сперва я думал, вот он такой. Но вчера, когда начали вытягивать за Нилом щуку крупную, оказывается, она раздвигается вот так, и она вообще бомбезная, ребята. И легкая, как бы. Когда пацаны били щуку по башке, и она немножко выгнулась. Но тем не менее, она легкая и классная, очень функциональная. Спасибо, отдельное спасибо. Тут уже кровище капец. Все, не дергайся сюда. Что странно, да, вытяги? Что там, поводок открылся, что ли? Да, никаких проблем, там где-то немножко кровина пошла, но я думаю, это ничего страшного, мы жабры не задели. Наверное, где-то возле рта. Что-то зубы пошло. Так, ну-ка. Эй! Опа! Немножко промыли ей жабры. И все. Наша бойная щучка. Бойкая щучка убежала. Все-таки это не наш размер. Пусть растет, потому что щука там после 1,5 килограмма, что ли, начинает уже нерест, и соответственно нужно, чтобы она один раз от не рестилась. Тогда щуки будет много. Если все будут по такому принципу действовать, то соответственно будет молодняк. А если будет молодняк, то будут и хорошие экземпляры. Ну что ж, ребят, ну вот опять. Опа. И там кто-то есть. Щуки уже понукусали пальцы. И пальцы прям болят. Эй, что-то сошла, что ли? Нет. Опа. Вот даже какая-то борьба получилась. Эту, наверное, возьмем. Тут бодрая гушечка, она где-то есть, полторашечка гушечка. Ну что же, ребята, у нас осталась одна жерлица. Это завершение нашей рыбалки на щуку, на жерлице. И его торжественно даем закрыть самому молодому рыбаку нашего коллектива. Это Егору. Ну что ж, понадеемся, что там будет заключительная мамка. Или обрыв. Или обрыв. Но мы уже получили достаточно рыбы, достаточно эмоций, достаточно всего. Поэтому вообще никак не будем расстраиваться. Единственное, если это обрыв, то щука пошла с крючком, лишь бы она выжила. Матушка природа, надеюсь, даст ей помощи. Такое чувство, что здесь обрыв. Да. Ну что ж. Пам-пам-пам-пам. Тут вообще пусто. Просто леска. А, просто леска. Пусто. Вообще даже этого нету. Угу. Ну давай, намотай, посмотрим. Ребят, это просто обрыв. Ну, надеемся, что матушка природа все-таки спасет эту щуку, эту мамашу, которая это сделала, и она будет расти и расти, может, нам еще когда-нибудь попадется. А на этом я с вами прощаюсь.
закончилась наша рыбалка на жерлице. И сейчас будет долгий спуск. Следующая часть. Подписывайтесь, ребята. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы почувствовали те эмоции, ту энергетику, которую мы постарались вам дать. А теперь идем, собираемся. Ой! Утонул, блин. Пойди. Собираемся и едем потихонечку домой. Пока, друзья. Что же, ребята, мы собрали свои обозы. Вот. Вторые сани собрали. Не знаю, сколько вещей привезли, столько же увозим. Еду набрали, блин, миллион. Еще батя взял, я не знаю, говорили ему, не бери. Картошку пришлось выбросить, потому что его как бы не увезешь. Тоже нигде не оставишь. Все равно замерзнет. Выбросили. Морковку выбросили. В общем, все, что можно было, выбросили. И все равно у нас много вещей. В общем, так уж мы ходим. Что поделаешь. Под елкой не умеем спать. Ну что ж, наша рыбалка подошла к концу. Вы были на канале Таежный гость. Всем пока.